Больше строек, меньше деревьев. По этому принципу в последние годы живет Иваново. Несмотря на желание горожан видеть больше зеленых уголков, новые аллеи в центре текстильного края не появлялись уже давно. Повлиять на эту тенденцию крайне сложно, но скоро все может измениться. Крупная компания объявила всероссийский экологический конкурс, приуроченный ко Дню Победы. Приз – тысячи деревьев для высадки в городах-победителях. Называется акция «Аллея славы». В 9 городах, которые выбираете вы при помощи голосования на сайте, мы собираемся высадить 9000 деревьев. Мы решили сделать такой большой-большой социальный проект для того, чтобы чествовать героев, которые сумели в 1945 году добыть победу для нас с вами. На сайте аллеиславы.рф запущено интернет-голосование. 9 городов, которые наберут наибольшее число голосов, получат по 1000 саженцев для благоустройства аллей. Сейчас у Иваново более 14 тысяч голосов. Наш город на 9-м месте. Если сохранить или улучшить позиции в рейтинге, в городе невест появится новый зеленый уголок. Активисты Ивановского экодвижения идею активно поддержали. Я думаю, это знаковое событие в трех моментах. Первое – это будет классный подарок к Дню Победы. Второе – это год экологии, это круто. И третье – обычные жители увидят, что предприниматели действительно предпринимают какие-то действия, готовы вот так вот выступать в качестве меценатов и подарить 9 городам возможность получить свои аллеи славы. Одного клика для озеленения мало. От городов-победителей потребуются волонтеры, которые помогут посадить деревья. Итоги конкурса подведут 20 апреля. Затем будет определено место высадки. Поддержать Иваново в эко-розыгрыше значит приложить руку к озеленению родного города. Судьба Ивановской аллеи славы зависит от каждого голоса. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.